Может быть, какое-то невольное где-то подражание, оно и происходит неподсознательно. Вот. А чтобы там быть похожим на кого-то, никогда не было стремления такого. То есть хочется оставаться самим собой. Когда приезжаешь в старый город, начинаешь над ним как-то работать, где-то есть какие-то такие, да, точки соприкосновения в тематике. У каждого автора свой подход к какой-то вещи. Я старался сделать, наоборот, ни на кого не похоже. Потому что практически, наверное, каждый художник побывал там в городе Сергиев Посад и обратил внимание на красивую труд Сергию Лавру и сделал хотя бы один набросок или этюд. Мои наблюдения были другими. Я именно отталкивался от того, что нужно сделать ее так, как никто ее не делал, и чтобы она не была похожа на кого-то и где-то. Поэтому это были наблюдения раннего утра, там, на рассвете, это были ночные наблюдения. Ну, я для себя что-то нашел, такое, не похожее на других, и постарался вот сделать там несколько работ по Трое Сергиеву Лавре, которые не соприкасаются в творчестве практически ни с одним.